Вера, поздравляем вас с получением статуса посол мира от Федерации за всеобщий мир. Мы вас поздравляем. А что для вас означает стать послом мира? Спасибо. В первую очередь бы хотелось поблагодарить за достойное мне сегодня звание посол мира Федерации за всеобщий мир. Как посол мира, что планируете делать? Вот почему вы стали послом мира? На сегодняшний день я очень много путешествую, и так как моя деятельность связана со спортом, я бы хотела внести вклад именно в этой отрасли «Спорт за мир». На сегодняшний день планируем дружеский матч провести среди женского футбола «Россия-Бахрейн». Вера, спасибо, что вы затронули тему спорта. Действительно, Федерация за всеобщий мир – целое направление «Спорт за мир». Вы человек, который занимался спортом. Расскажите, чем вы занимались, как вы прошли этот свой путь профессионального спортсмена? Я профессионально занималась футболом женским. Играла за сборную Казахстана, выступала. В свою очередь, когда я закончила футбольную карьеру, я занялась деятельностью фитнес-клуба и стараюсь по сей день вносить вклад в спорт. Спасибо. И вообще, что бы вы сейчас могли пожелать молодому поколению? Потому что сейчас в нашей стране такой активный сейчас идет вектор на здоровый образ жизни, здоровое питание. Многие занимаются спортом, на фитнес ходят. Да, вы прошли этот путь профессионального футболиста. Да, и сейчас наши зрители, наши подписчики, они, может быть, хотели бы от вас какие-то услышать практические советы, может быть, что-то пожелали тем, кто стоит вот перед выбором заниматься спортом, начинать свой день с заряд, какой-то вот лайфхак или пожелание, или какой-то совет дадите? На сегодняшний день, да, спорт очень развит. Хотела бы пожелать молодому поколению: занимайтесь спортом, начинайте свой день бодро. Все зависит от вас, то есть процветание нации, молодого поколения. ЗОЖ. ЗОЖ forever. Дорогие друзья, большое спасибо. Занимайтесь спортом, будьте миротворцами. А к нам присоединяется Сергей Викторович Дворянов. Как раз совместно с Верой Ли замечательные проекты в области спорта, в области миротворчества сейчас будут проходить. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот какие проекты сейчас намечаются? Я знаю, откройте завесу. Дмитрий Викторович, прежде всего, как вы знаете, я сам, будучи послом мира в этом замечательном статусе, имею это почетное такое общественное звание, которое ко многому обязывает. Но это, конечно, вот по-другому настраивает сердце. Хотел сказать, что мне очень приятно, что вместе с Верой Ли мы встречались с послом Бахрейна, который тоже является послом мира, из экселленси доктор Ахмед Аль-Саати. И он подтвердил, что сегодня на Ближнем Востоке роль женщины, она пересматривается существенно. И для женщин предлагается вот такое, как бы сказать, социальное партнерство, равенство возможностей. И в том числе развивается женский спорт, женский футбол. И Вера Ли рассказала, что она выступала за национальную сборную Казахстана, о том, что она готова привести российские сборные женской футбольной команды. И посол был очень вдохновлен. Мы подумали о том, это наша мечта вместе с Верой. Я ее поздравляю от души, как молодого посла мира. Может быть, даже в один из дней провести Кубок Федерации. Кубок Федерации как раз за всеобщий мир на Ближнем Востоке. Потому что недавно выезжали несколько команд из Бахрейна в Белград. Встречались, значит, товарищеские матчи, проводили какой-то кубок. Почему бы нам это вместе не сделать с участием России, Бахрейна? Тем более сегодня Ближний Восток – это приоритет вот, внешней политики, в том числе России, как мы понимаем. Поэтому я всем желаю добра. Понимаю, что спорт сегодня тот инструментарий, который объединяет, сегодня даже говорят во многом о спортивной дипломатии. То есть культурная дипломатия, отдельно спортивная дипломатия. Мы, кстати, наметили тоже проведение большого форума по спортивной дипломатии в Бахрейне как раз. И вот участие сборных команд, возможно, будет частью этого форума. Поэтому от души всех поздравляю. В завершение хотел бы отдельно сказать, что, конечно же, сегодня нам приятно, что Вера Ли, что мы вот рекомендовали ее для получения этого почетного звания посол мира, сама относится к древнейшему корейскому народу. То есть этнически, можно сказать, ментально, духовно она частица этого великого народа, которому мы, конечно, всем сердцем желаем объединения. Сергей Викторович, а спорт как объединяющий инструмент, может быть, в будущем, после успеха на Ближнем Востоке футбольного проекта, что если и благодаря вот корням Веры Ли и вот этой идее объединения Кореи, что если через спорт, через футбол попытаться найти сторонников Южной и Северной Кореи, чтобы провести футбольный матч женский?
Вот это потрясающая мысль. Вы знаете, я не могу сказать, что вы сняли с моего языка, но я могу сказать, что вы сняли с подсознания. Я вот уже это как-то, вы понимаете, вот просто в эфире витает. Потому что когда-то, вы помните, был чемпионат мира по футболу, который проходил в Японии и Корее, объединен. И все равно все, я уверен, что и северные корейцы болели за сборную Южной Кореи, потому что это один этнос, понимаете, это одна судьба. Если это будут делать женщины, понимаете, это как раз вот этот... код милосердия, потому что все добродетели, они присущи изначально женщине. Это доброта, это сострадание, участие и так далее, забота. Поэтому это блистательная мысль. Для меня, мне кажется, это очень даже вот такой как бы тренд культурный, который, Вера, конечно, мы должны все объединиться. Потому что Дональд Трамп, он положил, понимаете, исторические такие вот эпохальные изменения, дерево дружбы. То есть никто не верил в это все, понимаете. Бряцали мускулами, там какие-то межбаллистические ракеты, да, летали там, как говорится, такие энергии. Сейчас все это умиротворилось. Я думаю, что надо продолжать следовать за Дональдом. Вы знаете, что наш международный дипломатический клуб Amicability выдвинул его даже на Нобелевскую премию мира. Потому что его, так сказать, правление в Америке не знаменовалось ни одной войной реально. Поэтому он даже, может быть, больше достоин этого звания, чем Барак Обама, на мой взгляд. Но это субъективно. Тем не менее, я хотел бы сказать, что мы будем продолжать. Конечно, здесь можно подключить и Ближний Восток, потому что мы видим эпохальные изменения. На Ближнем Востоке происходит. Это арабо-израильский диалог. Если он произошел, почему бы не произойти и корейскому диалогу, южно-северокорейскому диалогу? Мы со своей стороны сделаем все возможное для этого. И пусть этот год тигра и олимпийский год, когда Пекин объединяет спортсменов олимпийцев, даст новый старт и объединение Южно-Северной Кореи, дорогие друзья. Большое всем спасибо. Мы смотрим с надеждой, что тигр как восточное животное, как раз персонификация восточной такой силы, динамичности придаст нам динамизма в миротворчестве.